Всем привет, ребят, меня зовут Игрок, это игра Assassin's Creed Rogue. Продолжаем проходить сей замечательный шедевр. Я чувствую, что мы уже приближаемся к концу, потому как уже, ну, начинаем вырезать главных ассасинов. Осталось вырезать только одного, и спойлер, Ахиллес-то, наверное, выживет. Потому что он есть в третьей части. Северная Атлантика, поехали. Блин, ну все-таки игра красивая. Вот как ни крути. Мы вновь в Атлантике. Шей с тамплиерами преследуют экспедицию ассасинов. Вперед! Марселям! Ну, тогда на полных парусах. Fast travel можно сделать? Да, можно вообще легко переместиться. Ну и все, собственно говоря, мы здесь. Их! Есть. Мне кажется, в четвертой части вода была красивее. Мы здесь закон, часть 6. Но мне на самом деле на вышку бы слазить. Слушайте, давайте правда, что сперва слазим на вышку. Хотя там запретная зона. Ладно, я думаю, по ходу задания нам предоставится эта возможность. Давайте начнем. Мастер Кормак, какая честь, чем обязан? Остановился пополнить запасы и узнал, что здесь знаменитый капитан Кук. Есть минута? Я к вашим услугам, как всегда. Ищу человека. Капитан Луи Жозеф Готье, шевалье де Лаверендри. Мореход? Наслышан о нем и о его блистательной семье. Он мне нужен. О, кланяйтесь ему. Или... нет. Он ведь недавно ушел в плавание на восток к Антикости. Ясно. А, будьте осторожны. Я там уже бывал. Что ж, тогда желаю вам удачи. Если понадоблюсь, знайте, что я иду к берегам Ньюфаундленда. Благодарю вас. Великий магистр доволен, Шей. То, что ты сделал в Нью-Йорке, очень скоро в городе восстановится порядок. Не было там порядка, Гист. Но, может, без Хоуп. Друг, это и не могло быть легко. Но ты поступил как должен. Я все время твержу это. Мы почти покончили с ассасинами в Нью-Йорке, а эта ведьма не раз пыталась загнать тебя в могилу. Выбора не было. Он жалеет ее. Я сам решил связать судьбу с тамплиерами. И мы рады этому, Шей. В противном случае ты мог бы очутиться на клинке магистра Кенуэя. Или твоем. Вот человек. Слушай, Шей, убив Хоуп, ты не только спас себя и половину Нью-Йорка от ассасинских ядов, но и определил наш следующий шаг. Цель теперь ясна. Не дать кучке этих болванов-убийц разрушить еще один город. И все это за один день. Долгий день, Гист. Боюсь показаться бесчувственным, но что ты узнал у покойной барышни? Что она умнее, чем я думал. Ее уловки позволили Лаему вернуться к Шевалье. Они должны быть на пути к новой святыне Предтечи. Можно обойти ее с запада! Так, куда нам? Подплывите к форту сзади. Окей. Сделаем. Суда часто тонут у Антикости.
Они надеются, что никто не решится плыть по столь опасным водам. Никто, кроме безумцев, да? Берегись айсбергов, капитан. Таких, как я. Корабль задним ходом поплыл. Избегайте открытого столкновения. Окей. Прилетя, а можно оттуда телепортироваться? А, недоступно быстрое перемещение. Даже это... Логово ассасинов, по-моему, да? Это все Ахиллес виноват. Внимание, запретная территория. Слышу шепот. Сколько еще таких крыс шныряет по острову? Спать? Кто-то все равно за это должен был поплатиться. Как француз отчалил, капитан желчью исходит. Никогда ему не верю. Украсть. Так, шепот прямо очень громкий. Угу. Подобрать оружие. Ну-ка, скорее, я смогу убить его мушкетом? Блин, не того. Заколол. Нет. Да блин, я пытаюсь его убить сверху, но не получается. Ладно, давайте я прыгну. Вот на это дерево. И уже с дерева упаду на него. Оп. Так, игра, пожалуйста, не лагай. Мы же с тобой нормально играли все эти серии. Так, залезть. Потихонечку, потихонечку, помаленечку. Блин. И вот как пройти мимо вас? Ну почему ты так далеко ушел? Так, может быть, тебя можно усыпить? Ну, конечно, можно, но... Хотя вот этих троих тоже можно слепануть. Не, вон тот ходит слишком далеко. Так, как же тогда быть? Вот почему вот на эту вот штуку нельзя залезть? Ладно, давайте. Посмотрим, как здесь можно быстро пройти. Тихо, он идет сюда. Хм. Слушайте, может быть, просто выждать можно его, чтобы он сюда пришел, и я просто упаду на него сверху. Ну или газ на него какой-нибудь с гранатомета сделаю. Так, давайте какой-нибудь нелетальный вариант возьмем. Да, идет сюда, идет сюда. Это не документы, а какая-то проклятая абракадабра. Французский дьявол любит секреты. Но сейчас он и правда что-то нашел. Боюсь об заклад. Оп.
Лучше вернуться на Морриган. Идеальная воровка. Все, теперь тем же путем возвращаемся. Ну давай, цепляйся. Он не цепляется. Я в западне. Ага, есть. На лестницу. Вау. Кто-то хочет потопить мой корабль. Не допущу. Да вы чё, опять что ли мой корабль? Блин, я пытаюсь прыгнуть. Ах. Чтоб я тебе... Чтоб я тебе еще раз доверил свой корабль. Ледяная вода. Ледяная вода отнимает здоровье, поэтому не проводите в ней слишком много времени. Все нормально, даже одно выделение не сняли. Да слезь ты с этого перила. Все, уходим отсюда быстро. Уходим, Джей! Не имею возражений. Ставь паруса! Быстрей! Превосходство у них! Королевский флот! Да вы еще сдурели, что ли? Я никак не привык. Флот короля Георга расправится с пиратами. А у нас есть свои битвы. Да, согласен. Поэтому предлагаю... разломать ледник. Ауч. Я хотел вот эту штучку блестящую забрать. Есть, забрал. На всех парусах против ветра. Уйти было тяжелее, чем хотелось бы. Да ладно. Мы знали то, что нужно. Мы знаем, куда идут корабли Делеверинга. Разумеется. Не совсем. Но у нас есть способ выяснить. Эти карты сможет расшифровать Пук. Тогда курс на Ньюфаундленд. Идеально. Стелс был. Мне понравилось. Слушайте, может быть даже за эту серию мы успеем даже кого-то шлепнуть. 7 километров! Да вы издеваетесь, я не поплыву 7 километров. Так. Давайте сюда. Вообще надо бы пиратством заняться. Ну, несколько кораблей взять на абордаж, чтобы ресурсы себя пополнить. А то я в Нью-Йорке что-то не могу прямо доапгрейдить некоторые здания. Сэр! Поймать ветер! Рот отдать! Все паруса отдать! Давайте, все паруса! По местам, ловим ветер! Да вы что, забрать значит его надо? В чем без дела валяется там? Такс. Вот это вот что такое? Королевский конвой. Это союзник или противник? Просто я бы не отказался его потопить. 29 уровень. Большая добыча. Слушайте, давайте потопим его. Я хочу, потому что... На! И еще залпа. Бам! Пли! О, как прикрыл! Залп, пригнуться. Бли.
с удовольствием. Зал. Еще. Очень хорошо. С большим удовольствием. Ох, разбогатеем сейчас, джентльмены. Тащите их сюда. Убейте вражеского капитана. Убейте команду. На. На, минус капитан. Ладно, давайте. Раз уж мы близко... Убить его! О, да. Ауч. Есть. На. Убить. Следующего убить. Ауч. Ау, да ты сдурел, что ли? Кого я там гарпун этот метнул? Есть. Есть. Готово. Изи, да, ребят? Так, деньги надо забрать из банка. Со своим Морриган. Неплохо, реалы, дерево, металл. Блин, я как-то ожидал более крупной добычи. Ладно, починить Морриган. Шен ходит, депутат такой. Контролирует ситуацию. Держитесь, вот они! Так, банк заполнен. Тогда надо... Сейчас его опустошить, чтобы деньги дальше продолжали капать. Забрать. А это что? Взаимодействовать. Банк пуст. Возвращайтесь позднее. Слушайте, может быть, Морриган можно как-то улучшить? Так, улучшение. Корпус не хватает, бортовые орудия. Вот, давайте вот это. Так, что еще можно взять? Мощность обычных ядер, мортирные ядра. Не, давайте бортовые орудия улучшим. Так, что еще можно сделать? Вот это, конечно же, берем. Ну и в принципе все, больше ни на что не хватает. Хотя вот тяжелые ядра можно улучшить. Мощность масла. Я маслом вообще не пользуюсь. Так, отсеки с запасами надо еще улучшать. Горючее вообще не нужно. Гарпун тоже не пользуюсь, поэтому не будем улучшать пока что. Так, тяжелые ядра. Тяжелые ядра могут нанести врагу огромный урон, но эффективны они только на небольшом расстоянии. Используйте Р, переводя взгляд на борт своего корабля, а затем быстро нажмите... А, затем просто нажмите РТ для выстрела. Ясно. Выйти. Ну такую шхуну попробую потопить. Капитан Корабль у штурвала! Так, ну вон... Искупаться никто не хочет? Еще паруса отдать! Нет, не хочу. Наполни каждый дюйм!
Вот эти все коробочки, которые там плавают, надо бы собрать. Завалите. Этот холод нас убьет. Да ладно. Подумаешь, какой-то холод. Теплее одеваться надо было. Вы знали, куда идете. Холодный огонь. Мастер Кормак, не ожидал увидеть вас так скоро. Я нашел планы Дела Верендри. Но он использовал шифр, мне не разобраться. Может, у вас получится. Занятно. Это очень старый шифр. Только один раз я видел его. Позвольте, изображу. Может, покажете лично? Поможете мне в поисках? Раз дело срочное. Хорошо. Отправимся в путь вместе. Я полагаю, вы знакомы с нашим другом Дела Верендри? Да, к сожалению. Мне не следовало бы доверять друзьям, связанным с таким подлецом. Бог, что он сделал для такой враждебности? Я знаю его лишь как члена семьи, исследователь, раздвинувший границы известного мира. Я мало общался с ним, но мне кажется, он вспыльчивый человек. Вежливый способ сказать, что он вздорный выродок. Мягко выразился ты, вспыльчивый. Слышал это? Ага. Пушки. Глубоко в тумане. Это Дела Верендри? Возможно. Экспедиция секретная. Они вряд ли стремятся оставить свидетелей. Блин. Сэр, впереди! Темно, туман, снег, ни хера не видно. О, ничего себе, потопите все корабли. Мортиры туда. Но нагоняем. Морриган не подведет. Глотни водички. Быстрее. Пли. И вот это лови. Где? Не вижу слабых мест. Я ничего не вижу, ребят, что происходит. Ориентируюсь буквально на слух и ощупь. Залп. Задели, ничего страшного. Потопим сейчас всех. Да давайте вот с этих. С мортир. Пли! Ну вы засранцы! А почему якорь-то встал? Убейте команду противника. Нас абордажат! Нас абордажат! Да вы что, сдурели? Да почему я просто махаю? Он просто крутит мечи в руках. Не бьет. Давайте, уроды. Что такое? Что меня повалило? Ассасины! Ауч. Так, пробить его. Так, у меня уже половина экипажа нет. Да
Да, блин. Я порой теряю самого себя в этой толпе, не вижу, что происходит. Захотели абордажить нас, а мы абордажим вас. Как быть с кораблем? Починить Морриган, понятное дело. Так, потрепали изрядно. Так, еще два крупных корабля. По ветру им. Снег словно послан помешать. Он не задержит нас надолго. Невозможно скроет от врага. Да мы как бы уже. Бросок! Блин, Шрей, ну ты крепче баранку держи. Держать курс! Где они? Где-то в радиусе стрельбы! Да ты чё, серьезно? Спустить паруса! Ловим ветер! Выбрать коты! По-моему, они впереди. Столкновение! Попадание! Вон они, кажется. Наполни каждый дюйм! Это кречет. Огонь, значит. Добровольцам, несомненно. Возьмите на абордаж. Бли! А, блин, мортиры закончились. Есть, сэр. Зал! Область недоступна. Ну мы держимся вроде как. Огонь! Пригнуться, парни. Бли! Ой, хорошо! Давайте. Ну еще. Еще вы сделаете. Бли! Блин, это первый раз, когда мне понадобилось масло. Жду приказаний. Трави накидывай. Туда им. Еще туда им. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бли! А теперь мы будем тебя расстреливать. Бли! Бам! Бли! Теперь мы тебя будем бодать, засранец. Бли! Давай, что ты сделаешь, засранец? Я ж тебя сейчас потоплю. Ауч. О, полегче, 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 полегче. Пли, значит, раз готовы. Пли. Последний залп ему. Пли. Готов. Нет, еще не готов. Огонь. Готов. Вот теперь можно брать на абордаж. Не потопите корабль, который будете абордажить. Блин, хорошо ты так потрепал меня. На абордаж его, джентльмены. Можно идти на абордаж. Не получите повреждений. Спять или что ли? Уничтожь цель. Ну давай же. Я пытаюсь бить по направлению.
И даже траекторию какую-то предугадать, ну... Что-то пока не очень выходит. На, дурацкое оружие. Так, давайте. Подтягивайте, я сейчас его так убью. Оп. Думаешь, одолеешь меня, Шей? Разумеется. Блин. Я не терял времени, да. Теперь я буду бить без промаха. Ну попробуй. А ты размяк, Шей. Я размяк. И это все, что могут тамплиеры. Отступись, глупец. Ауч. Готов. Он просто упал и умер. Я даже не подрался нисколько. Ну, огородник, все еще веришь в правду тамплиеров? Сильнее, чем прежде. Больно? Что за черт? Ахиллес и Лайм отправились на север! Хоуп была права. Я сумел отвлечь внимание. Ох уж это Хоуп. Прямо прочитал нас как открытую книгу. Спасибо вам, капитан Кук. Рад был помочь, капитан Кормак. Плавать с вами всегда весьма... весело. Познавательно. Познавательно. Беда идет за нами, капитан. Скажите, вы состоите в какой-то организации? Нет. Совет Адмиралтейства? Выполняете личные приказы Его Величества, ведь так? Об этом не принято говорить. Ну ты очень близок. Делаверендри они уже не нужны. Мы разыщем вас, если вновь соберемся в плавание, капитан. Благодарю вас. Понравилось, конечно же. Такс, ребята. 2 километра херачить по морю. А куда нам надо на самом... Блин, ну почему так далеко? Почему так далеко? А я аж вот где. Вообще, надо бы спуститься сюда и вот эту вышку занять, чтобы можно было fast travel здесь поиметь хоть какой-то. Ладно, ребят, давайте пока что на этом остановимся. Большое спасибо за просмотр. С вами был игрок. Игра Assassin's Creed Rogue. Ряды ассасина стремительно тают прямо у нас на глазах. Всего хорошего и пока-пока.